четверг утром 21 апреля прорвало водопровод сразу в нескольких местах города Бендеры. По улице Ечина в микрорайоне Ленинский произошло серьезное повреждение, из-за которого жители близлежащих домов будут без воды, вероятно, в течение суток. На Борисовке работники водоканалхоза были вынуждены сделать выброс около 2 тонн воды из-за крупного прорыва по улице Павлика Морозова. Туда собрались представители 5 коммунальных служб города с картами расположения своих подземных коммуникаций. Представители Горгаза, электросетей, Интерднестеркома, Бендеры Теплоэнерго и водоканала. По словам работников различных служб, в случае повреждения их сетей они составляют акт и предъявляют счет организации, чей экскаватор все-таки задел трубу или провод. Такие выездные комиссии состоятся планово и экстренно. Бывают дни, сверхнасыщенные авралами, но случаются и затишья, когда в системе ЖКХ города более-менее все в норме. Светлана Хромых, Олег Рулин, Днестр ТВ.